красную ленточку торжественно перерезали вблизи деревни Тепливоды Барановичского района. Здесь ввели в строй вторую очередь бройлерного цеха «Белые луга» птицефабрики «Дружба». Цена проекта 16 миллионов 255 тысяч рублей, в том числе собственные средства предприятия и кредитные ресурсы Банка развития Республики Беларусь. Сегодня здесь быстро окупаемый проект, который окупится за 4-8 лет. Государство поддерживает такие проекты и будет участвовать в развитии таких проектов. Это продовольственная безопасность нашей страны и высокий потенциал экспорта на внешние рынки. Сегодня страна поставляет в 116 стран мира продукты переработки мяса и продукты переработки молока. В этом помещении 36 тысяч цыплят. Через 40 дней их будет не узнать. Именно за это время бройлер наберет убойный вес. Птичник обустроили из зданий бывшего свиноводческого комплекса «Восточный», а всего с 2018 года в «Дружбе» таким образом перепрофилировали 23 помещения. За 2020-2021 год вот реализация этого проекта позволит получить 14-16 тысяч тонн мяса. При том, что свинокомплекс в лучшие годы своей работы давал 14 тысяч тонн мяса. То есть мы понимаем сопоставимость этих цифр. В принципе, это говорит о том, что район развивается, это значимо, это важно для района. Также немаловажно то, что мы понимаем дальнейшую перспективу этого предприятия, в частности, вот этой площадки. Открытие новой площадки на птицефабрике – большое событие для Барановичского района. Это новые рабочие места, хорошие условия труда, достойная заработная плата. За вклад в открытие объекта лучших сотрудников наградили грамотами, благодарностями и подарками. Работаю на предприятии больше 2 лет. Работа мне моя очень нравится. Очень хорошие созданы условия для работников. В птичниках все автоматизировано, поэтому очень сильно гордимся своим предприятием за достижения. До конца 2023 года здесь планируют запустить и третью очередь инвестиционного проекта под бройлерный цех «Белые луга». Введение в строй нового объекта потребует 9 миллионов 800 тысяч рублей кредитных ресурсов, а реализация инициативы позволит увеличить производство мяса бройлеров на 6 890 тонн в год.